возникает вопрос, какие функции можно приблизить при помощи вот таких нейронных сетей, полносвязанных, у которых один скрытый слой. При помощи такой нейронной сети или при помощи линейной комбинации сигмоидных функций можно с любой точностью приблизить ограниченную функцию с не более чем счетным числом разрывов. То есть это достаточно широкий, вообще говоря, класс функций, которые можно приблизить при помощи вот такой нейронной сети.